Соревнования по лыжным гонкам для людей с ограниченными возможностями прошли на базе «Снежинка». В них приняли участие около 60 человек. Сильнейшие спортсмены представят округ на чемпионате Московской области среди инвалидов. Слово Елене Васильевской. Нина Ирха под опекой клуба «Благо» с момента его основания. 7 лет. За это время приобрела множество новых друзей. Ее девиз – за активный образ жизни. Ведь только так можно забыть о недугах. Когда мне было очень трудно, вот этот клуб взял меня, сказать, под свое крыло, и я до сих пор с радостью вот хожу на занятия, плаваю, лыжи, теннис настольный. На лыжню «Снежинки» вышло около 60 участников. Дистанция небольшая – 1 километр. Но ее нужно пройти достойно. И хотя рекордов здесь никто не ждет, болельщики активно поддерживают спортсменов. Прогулки и соревнования на свежем воздухе клуб «Благо» организовывает несколько раз в месяц. В первую очередь это помогает людям с ограниченными возможностями поддерживать и укреплять здоровье. Эта практика хорошая для наших спортсменов. Зимой лыжный ход – это все-таки очень хорошее подспорье для мышечной работы. Здесь же мы сейчас вводим новый вид, такой скандинавская ходьба. Те, кто не может ходить на лыжах, они пройдут просто с палками. Маленький кружок небольшой, но, по крайней мере, опорникам это очень полезно. Для членов клуба «Благо» это в первую очередь возможность пообщаться и завести новые знакомства. А сильнейшие смогут проявить себя в более крупных стартах. Эти соревнования стали отборочными на первенство и чемпионат Московской области, который пройдет в Щелково в конце февраля, начале марта. С этих стартов отобрали 12 человек, которые будут представлять наш округ. Елена Васильевская, Дмитрий Алексеев, служба новостей.